курские предприниматели, работающие в IT-отрасли, объединились в консорциум. Два десятка участников нового бизнес-сообщества надеются, что так смогут эффективнее отстаивать свои интересы и продвигать разработки. В среду с их проектами, а также с опытом других резидентов городского бизнес-инкубатора ознакомился губернатор Александр Михайлов. Резиденты бизнес-инкубатора показали главе региона павильоны перспективы. Предприниматели продемонстрировали готовые изделия, похвастались достижениями производств. Многие из них обратились в центр на этапе становления своего дела, но и уверенно, встав на ноги, не собираются прекращать сотрудничество. Сейчас мы уже пробуем текстильную одежду, это более сложное ассортимент. На утренник или куда, да, ребятишка. Два года назад на базе Курского бизнес-инкубатора был создан консорциум предприятий легкой промышленности. Опыт первого в регионе отраслевого объединения оказался удачным. Повторить его решились разработчики программного обеспечения. Участниками нового IT-консорциума уже стали 22 организации, интернет-провайдеры, веб-студии, монтажники видеонаблюдения. Это создание площадки для объединения IT-специалистов, взаимопомощь, решение совместных задач, решение совместных вопросов, подбор и подготовка персонала через работу с вузами, с ОСАВами, с профильными кафедрами, выход на региональные рынки и рынки страны со своими продуктами, со своими разработками. Губернатор высоко оценил работу бизнес-инкубатора и высказал готовность поддержать начинания его специалистов и учеников. То, что мы увидели, меня лично очень порадовало, потому что здесь есть разноплановость, здесь есть разные интересные творческие задумки, поэтому я только двумя руками могу это приветствовать и сказать, что усилия, которые сегодня тратятся и администрацией города, и при нашей поддержке делаются ими и предпринимателями, это не проходит, не пропадает даром. А еще помогает повысить выживаемость малых предприятий в первые 3 года работы. Курянам, желающим открыть свой бизнес, будут помогать и дальше. На эти цели в бюджетах города и области ежегодно предусмотрена отдельная статья расходов. Ирина Бобровская, Геннадий Воробьев, телеканал «Сеим».